Пап? Да, Кевин? Ты чего там в пакете роешься? Тут у нас шавуха подъехала. Шавуха? Да. Я надеюсь, вы на меня тоже взяли шавуху. Я же ее просто обожаю. Сейчас вкусненько перекусим и будем отправляться в путь. В путь что, пап? Куда? В путь? Мы же уезжаем, Кевин. Пап, куда вы уезжаете? Ты ничего не говорил мне. И мама ничего не говорила. Вы что, меня обманывали? Кевин, если бы ты был повнимательнее, ты бы слышал вчера разговор Леры и Миши о том, что они уезжают отдыхать. Даже я это слышал, что бабы и деды уедут скоро, а мы останемся одни на 3 дня. Это уже к нам полиция едет? Эй, вагон. Я не знаю, как разговаривать с людьми, которые меня не понимают. Как можно кучу Кевина одного оставить? Да так надолго. Как я тут буду? Во-первых, не надолго, а всего на 3 дня. Мы уезжаем всего на 3 дня. А как я кушать буду 3 дня? Отстань. Кевин, ну здесь же мой папа, который будет вас кормить каждый день. Слышишь? Он же делает ремонт и будет вас кормить каждый день. Кивуля, ну не обижайся. Ребята, мы с Мишей решили поехать на 3 дня за город отдохнуть, потому что у нас дома ремонт и готовить еду негде. Котов наших будет кормить мой папа. А Кевин очень сильно обижается на меня за то, что мы уезжаем. Кевин. А я не обижаюсь. Это значит, что 3 дня можно будет делать все, что хочешь. Это значит, что папа нас твой будет кормить намного больше, чем кормите вы. И я буду толстуном. Не хочу тебя расстраивать, Сладун, но ты уже и так толстун. Ты меня обижаешь. Привет. Привет. Как ты? Как ты, мой хороший? Я хорошо. Скажи, а ты будешь нам много еды класть? Вот так вот. Ручку сюда тебе вот так положу и будешь кушать. Ты чего? Ты же добрый был. Я тебе много дам еды. Спасибо. Будешь толстый у меня. Приедет твои родители и не узнают. Не узнают тебя. Спасибо. Толстенький. А можешь меня забрать вообще к себе жить? Могу. На время отъезда родителей. Началось. Сладун, мы вообще-то еще не уехали, чтобы так обнаглеть. Миша, я понял. Открой, я бегаю и все. Не, просто там их надо держать. Лучше вообще дверь закрой, потому что если кто-то выбежит... Да не выбежит она у меня никуда. Мы обычно вот так. Они просто вот здесь стоят, и мы их сразу вот так рукой прям... Все. Оп. Взяли, наложили полностью прям. Наложили. Да, кладем обычно. Ты же если... Наложишь дегу, пап? Нельзя же наложить. Можно положить полную миску. У тебя чуть меж дегу не сбежали, зверопапа. Да. Ладно, уже хочет сбежать. Так, пойдем-ка. Чё? Пап, ну если, короче, выпустишь... А вот, и... вот так вот, вот она уже. Вот. Лови ее. Пап, если выпустишь, выпускай сразу котов. Они быстро поймают. Он испугался, бедный. Не понял, что произошло. Здесь только надо это посильнее туда. Закрылось. Все. Это поддон у них там. Это сейчас мы уберем. Да, сейчас мы сейчас опилок туда добавим всяких. Тебе это не надо будет делать. Мы взвешиваем папу с котом, чтобы он его не перекормил. Чтобы знать точно, сколько весит кот. Ой, сейчас. Так, мы показали папе, сколько нужно кормить, чтобы Сладун у нас не раздался в края. И он недоволен. Да, он недоволен, потому что показали, а не дали. Придется сейчас всем раздать контрольные вкусняшки. Сладуля, ну похудеть тоже можно чуть-чуть. Ты тебе хочешь сказать, не надо похудеть? Надо, я похудею. Чего ты только про меня говоришь? Давай вместе будем худеть, что ты? Нет, давай ты будешь худеть. И ты тоже. Не хочу. Ты тоже. Ой, ты хороший. Мы с тобой подружимся.
Так. Вот так вот оставляем. Оставляем котов. Ариэл, Каска. Спасибо. Да. Я не хочу. Кела, Кела. Кирин, иди, на. Кела, на, Кела. Иди, может, ты хочешь, на. Я всегда хочу. Да. Все, что не доели, можешь отдать мне. Вот ты самый спокойный, самый спокойный. Кушает, спокойно с руки берет. На, скорее, хорош. Не какаю мимо. Какаю, правильно. А я что? Кушаю и сплю. Сплю и какаю. Дашь потом еще? Какаю и снова кушаю. Дашь еще? Да. Нет, а я послужить могу. Я послужить могу. Можешь? Угу. Давай, сейчас. Кева, давай, на. Послужи, давай. Кева, на. Пониже. Угу. Вот так, давай. Вот так хорошо. На еще, скорее, на скорее. Ой. Ты мой золотой, вот. Что значит воспитание? Спасибо, пап. А ты знаешь, что я буду делать то, что я хочу, пока вас не будет? Так, это в смысле ты будешь делать, что хочешь? А я буду вообще все, что хочу делать. Я буду кушать, я буду к Дегу приставать. Я буду целый день игрушки новые распаковывать. И деньги буду тратить ваши. Угу. Ну все понятно. Миш, у меня есть одна идея. Я, кажется, тоже понял, о чем. Давай-ка, Сладуна. Ладно, давай, иди. Делай, что хочешь. Ребята, пока Сладуля нас не видит, мы установим камеры видеонаблюдения в разные места. Вот такие вот. Ребят, только у нас единственное есть к вам одна просьба. Перейдите сейчас в наш инстаграм Лепота ТВ. Вот он написан на экране, Лепота ТВ. И там следите за нашими зверодетками, что они делают. Если вдруг они тут будут проказничать, то обязательно, обязательно напишите об этом нам, чтобы мы об этом знали. Потому что все камеры будут транслировать все, что они делают, в наш инстаграм. И вы посмотрите, чем занимаются зверодетки, пока нас нет. Так что следите, пожалуйста, за ними, хорошо? Давай вот так как раз незаметно за светильником, супер. Правее чуть-чуть. Еще правее, да, посерединке. Давай так, хорошо. О, супер. Вещи они собирают. Лишь бы любимого котика одного оставить. Вы меня вообще любите? Конечно, любим, мое солнышко. Моё масюнечко любимое. Любим, обожаем. Кирин, что ты переживаешь? Ничего, не надо уезжать было. Мы же приедем уже скоро, мы ненадолго едем вообще. Ты врёв. Ну где же я вру, ты можешь наши путевки посмотреть. Показываешь? Показываю потом. Так, ну что нам нужно дособрать? Ну, чуть-чуть твоих вещей осталось, и все. Чуть-чуть моих вещей. Здесь у нас что лежит? Здесь мои ботинки лежат. Ого, и ты даже ноутбук берешь? Ну, для того, чтобы ребятам видео монтировать? Ну, а как же. Будем монтировать видео для ребят. Ну, все, чемоданчик у нас готов. И мы сейчас отправляемся в путь. Но отправляемся мы ненадолго, а до пятницы. Всего на 3 дня, ребята. И вы можете смотреть, как мы отдыхаем в доме отдыха на нашем влоговом канале Лепота Фэмили. Там мы будем выпускать ролики. Все для вас заснимем подробненько. Надеемся, что вам понравится. Мы будем там плавать в бассейне, отдыхать. И пока нас не будет, для вас есть задание небольшое. Приглядеть за зверодетями. Не только. Набрать просмотров побольше. А я вообще обиделся и, может быть, даже из дома сбегу. Понятно вам, мама и папа? Я так скучать буду. Можно с вами? Там есть место? Открой. Можно? Залезай. Давай, слезай. Слезай, давай. Да я не помещусь, вы говорите, папа толстая.